Зачем в скважине бобы? Это Индия. Здесь выращивают специальные бобы – гуар. Из их плодов делают гуаровую камедь – загуститель для вкусных десертов. А еще загуститель используют для добычи трудной нефти, которую иначе невозможно извлечь из пласта. Для этого гуаровую камедь смешивают с водой, добавляют специальные керамические гранулы и полученный гель под большим давлением закачивают в скважину. Там, на глубине нескольких километров, под напором жидкости возникают искусственные трещины. По ним нефть из очень плотной породы легче попадает в скважину. Вязкий гель из гуара с гранулами заполняет трещины и не дает им смыкаться. Именно так новые технологии помогают добывать трудную нефть.